Знаете, мое мнение, оно, скорее всего, такое будет более эмоциональное, да, нежели какой-то там с политическими, четкими какими-то советами и рекомендациями. Мне, во-первых, очень жаль, что так все происходит. А что нужно сделать, чтобы это остановить или как-то это нормализовалось? Я не знаю, нужно, что уже это все запущено, да, маховик запущен. И как это остановить, я не знаю. Ну, я могу повториться, да, о том, что страдают обычные люди, как обычно, это разменные монеты, и мне очень